Всем привет! У природы нет плохой погоды. Скорее всего, есть плохое настроение. Всю неделю в Воронеже было прохладно, но на выходных есть надежда, что будет теплее. В субботу небо будет ясным до самого вечера. Столбик термометра днем покажет плюс 28 градусов, ночью плюс 15. В воскресенье ожидается переменная облачность. Днем все те же 28 градусов, ночью плюс 14. Ищите сотрудников в свой штат? Начните поиск с сайта «Блокнот Воронеж». Размещайте свои объявления в разделе «Работа». Его увидят тысячи жителей нашего города на сайте и в Telegram. Условия размещения можно уточнить у нашего менеджера прямо сейчас. Телефон в описании.